Здравствуйте, это программа «События». О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пенер. Главная тема выпуска. Раскаялся и просит снисхождения. Дадут ли дольщики своему обидчику шанс досрочно выйти на свободу? Без нужды не придут. Заглушки на канализацию, как оружие против неплательщиков. Когда бы вы знали, из какого сора городские экологи убирают берега Волги. Счастью, зона не помеха. Репортаж о том, как тюрьма меняет человека в лучшую сторону. На свободу, но вот с чистой ли совестью. Глава строительной компании, обманувший 80 дольщиков, просит правосудия о снисхождении. Еще в середине 2000-х Павел Рогожкин обещал людям построить микрорайон. Получил от них более 100 миллионов рублей. Как итог, ни денег, ни жилья. Банальная история, но не банальное ее продолжение. Бизнесмен рассчитывает выйти раньше срока на свободу. А вот дать ему такой шанс или нет, зависит уже от обманутых им людей. Готовы ли они вновь верить обещаниям, расскажет Павел Баймаков. История многомиллионного обмана началась еще в 2007-м. Тогда кандидат на условно-досрочное освобождение Павел Рогожкин заключал договоры долевого строительства. Появление нового микрорайона «Теплый стан» в границах улиц Венцека, Садовой, Ленинской и Ленинградской 80 человек ждали с нетерпением. Люди купили квартиры, оплатили все деньги и жилья не получили, ни жилья, ни денег. Он ни одному человеку не выплатил ни копейки. Он что, хорошо постель заправлял? За что его освобождать? Вообще, как это может быть? За крупное мошенничество в 2012 году Рогожкина приговорили к 5,5 годам колонии общего режима. Также обязали выплатить потерпевшим все деньги. На строительство жилья многие отдали по 2 миллиона рублей и теперь вынуждены скитаться по съемным квартирам. Хочется, чтобы вернули деньги, хотя бы вернули деньги. Не говоря о том, что эти деньги мы заплатили в 2007 году. И, естественно, эти деньги мы могли бы купить там, да, 2-3-комнатную квартиру. А сейчас... Отсидев уже половину срока, Рогожкин может рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Уверяет, только выйдя из колонии, он сможет рассчитаться с долгами. Мое освобождение, наоборот, бы дало возможность с ними рассчитываться. Я не говорю сразу. Я бы предпринял все возможные меры. Поэтому я все-таки надеюсь, что люди изменят свое мнение. 5,5 лет ему очень мало дали, мое мнение. Вот за каждого потерпевшего по году добавили бы, а может быть, он немножко одумался бы. Если суд откажет Рогожкину, за решеткой ему быть еще 1,5 года. Где он собирается брать более 100 миллионов рублей, чтобы раздать долги дольщикам, он не уточняет. Сейчас его судьба во многом зависит от того, что скажут обманутые им люди, которые вряд ли смогут просто понять и простить. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События. Коммунальный шантаж или законная мера? Самарские ресурсные компании объявили войну неплательщикам. Всех, кто задолжал за воду, грозят отрезать от канализации. Раньше заглушками несознательных граждан пугали в основном управляющие компании. Теперь этот метод взяли на вооружение ресурсники. В СКС это объясняют растущей недоимкой, которая уже превысила 1 миллиард рублей. В том, что лучше заплатить, чем сидеть по уши в долгах, убедилась Марина Матвейшина. Операция под кодовым названием «ФУ». Перекрыть должнику свежий воздух, заткнув канализацию. Техника будто из шпионских фильмов. Специальный зонт оснащен 2 камерами. С крыши зонт спускают в трубу водоотведения и ставят заглушку именно в той квартире, где не платят за воду. С этого момента принять душ можно без проблем. Жидкость может просочиться. А вот все остальное будет затруднительно. Да, это суровые методы борьбы, признают в СКС. Но говорят, к этому их вынуждают сами неплательщики. Мы предупреждаем людей, там, в квитанциях пишем, ведем работу через суд, но люди не понимают. Метод очень действенный, понятно, что без канализации долго не проживешь, если сам не заметишь, соседи тебя поправят. Сами должники называют такую меру коммунальным шантажом и считают ее незаконной. Но опыт установки заглушек в канализационной трубе отнюдь не ноу-хау самарских коммунальных систем, говорят в Центре общественного контроля ЖКХ. Ограничение водоотведения давно практикуют по всей стране. Лишить людей, даже если они не платят, тепла и холодной воды нельзя. А заткнуть канализацию – пожалуйста. Только обязательно нужно предупредить должника 2 раза. За 30 дней до процедуры и еще раз за 3 дня. Вот этот процесс –
управляющая организация или обслуживающая организация, ресурсоснабжающая организация должны неукоснительно выполнять. Почему? Потому что если они не выполнят какое-то требование, которое изложено в постановлении, это уже будет нарушением. Заглушки как оружие против должников – крайне неоднозначные меры, считают и городские власти. Позиция города – надо договариваться и убеждать, чтобы люди платили. Вот позиция города в этом, вы знаете, когда мы переходим уже, а это я рассчитываю как силовой метод давления на, будем говорить, гражданина, но ни к чему хорошему это не приведет. Это антисанитария, это болезнь, это, во-первых, и страдают окружающие люди рядом, но работать в этом направлении надо и принимать меры к должникам тоже надо. Компания СКС уже начала отправлять должникам первые предупреждения с советом заплатить по счетам как можно скорее. Иначе к сумме долга прибавится еще и счет за снятие заглушки, а это почти 8 тысяч рублей. Впрочем, считают эксперты, взывать к совести неплательщиков можно не только перекрывая им канализацию. Точку в таких историях должен ставить суд, цивилизованное решение проблемы и без дурно пахнущего шлейфа. Марина Матвеевична, Максим Гусев, «События». Большая чистка. Городские экологические службы начали генеральную уборку берегов Волги. Причем не только благоустроенных пляжей, но и диких. Отдыхающие на память о себе оставили сотни кубометров мусора. Марина Кравцова удивлялась человеческой небрежности. Улов богатый. В основном бутылки и пластиковая посуда, но попадаются и крупные находки. Трухлявый деревянный настил и даже запчасти от автомобилей. Что-то оставили отдыхающие, что-то волнами к берегу прибило. Александр Емельханов уже 5 лет на страже чистоты волжских берегов. В последнее время с уборкой его бригада справляется гораздо быстрее. Уверен, чистота дисциплинирует людей. Не как первый раз. Есть сознательные люди, которые смотрят, и люди идут, убираются. Придут, как говорится, свои мешки, наш мешок бросят, но на берегу не оставляют. Если все такие были бы, очень отличные было бы, и пляжи чистые были бы. Но пока не все такие сознательные. Местные жители возмущаются неаккуратностью любителей шашлыков, которые оставляют последствия пикника прямо у воды. Как правило, автомобиль есть, в пакет положили, в машине увезли мусор. Мусорные баки вот наверху находятся, на лейтенанта Шмидта, недалеко их везти. Вот даже сейчас едем, а мусор с нами. Пенять на отсутствие контейнеров не приходится. 18 больших бункеров для мусора стоят на левом берегу Волги. 24 контейнерных площадки на другой стороне реки. С середины мая и до конца октября постоянно проходят уборки пляжей и берегов. У нас заключительный этап, да, конец октября. Проводятся заключительные мероприятия по очистке левого берега Саратовского водохранилища, то есть реки Волга. Такие же мероприятия проводятся по правому берегу. Больше 1000 кубометров мусора уже вывезли из водоохранных зон. Не только Великой реке, но и небольшим водоемам пристальное внимание властей. Очистят и приведут в порядок и 150 городских озер. Марина Кравцова, Станислав Левин, «События». Им бы в небо. Французские ученые приехали в Самару налаживать деловые отношения. В Аэрокосмическом университете они представили новые технологии, которые позволят изготавливать детали для ракет-самолетов при помощи специальных принтеров, что сделает процесс и менее хлопотным, и более дешевым. Представить самарским промышленникам новинку приехал президент авиасалона «Ле Бурже» Эмерик Дарсимоль. Когда же от слов перейдут к делу, выяснила Лариса Шалафаст. Россия и Франция сотрудничают в космической отрасли уже почти полвека. Первые совместные проекты реализовывались с 1966 года. Сейчас представляют новые аддитивные технологии. Это когда детали для ракет можно изготовить при помощи специального 3D-принтера. Способ более экономичный, но при этом очень сложный. Поэтому прежде чем его запустить, потребуется предварительная подготовка. Ее французские партнеры планируют осуществить на базе Самарского аэрокосмического университета. Самарский аэрокосмический университет – прекрасная площадка для подготовки специалистов и освоения новых технологий. Здесь есть большой потенциал и хорошие возможности, чтобы освоить эту методику. Французскими разработками заинтересовались многие. С иностранными гостями встретились представители самарских промышленных предприятий. Есть, конечно, к этому абсолютный интерес. Ну, просто эти технологии до того как бы глубоки в неких новых начинаниях еще там, да, вот что необходимо все эти технологии внедрять совместно с наукой. Такая технология позволяет
если так вдуматься, то практически безотходное производство организовать. Поэтому через университет с ГАУ будем работать, смотреть в перспективе. Французские партнеры вернутся в Самару весной следующего года. В апреле запланирован саммит специалистов космической отрасли России и Франции. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков. События. Сразу два ключевых документа сегодня приняли самарские городские депутаты. Это положение о деятельности райсоветов, которые регламентируют их работу, и соглашение о взаимодействии с их председателями. Насущные вопросы теперь будут решать сообща. Приняли депутаты и поправки в бюджет текущего года. Почти 9 миллионов рублей перераспределят на две статьи расходов. Более 6 миллионов потратят на покупку новых трамваев и троллейбусов. 2 миллиона пойдут на финансирование добровольной народной дружины. Это разные средства, которые перераспределили в связи с тем, что Самара должна жить. Вот, поэтому было такое предложение администрации, и депутаты приняли это единогласно. Этот вопрос активно обсуждался на всех комитетах. Вот, было проведено специальное рабочее совещание. Во второй половине дня депутаты городской думы и районных советов встретились с региональным руководством партии «Единая Россия» и представителями городской администрации. Главной темой стал вопрос взаимодействия с горожанами. Особое внимание единороссы просили уделить выполнению наказов избирателей. Приемы и исполнение просьб граждан должны быть четко систематизированы. Отдельно участники заседания коснулись вопроса нового антикоррупционного законодательства, которое граждане оценили положительно. И еще одна важная тема. Городская дума принимает предложения от самарцев по изменениям в устав города. Публичные слушания начнутся 31 октября и продлятся почти месяц. Все предложения принимаются со 2 по 16 ноября на электронный адрес или в письменном виде. А сейчас коротко о других событиях, которые произошли к этому часу. Новые подробности в деле об убийстве студентки Анны Бондаревой. В Красноярском районном суде начался процесс над 20-летним другом девушки Владом Роговиком. Возможно, мотивом преступления стали деньги. Подсудимый должен был не более 100 тысяч рублей. В Самаре уберут трамвайную остановку проспекта Ленина. 31 октября в городе вступит в силу изменение схемы движения общественного транспорта. Остановку на проспекте Ленина по направлению из центра города совместят с Первомайской. Изменения необходимы для того, чтобы увеличить пропускную способность участка. Тротуары зимой будут посыпать смесью с мраморной крошкой. В Самаре вся спецтехника готова к работе в зимний период. В этом зимнем сезоне службы благоустройства ограничат использование песка и песко-соляной смеси в исторической части города, а также на дорогах первой и второй категорий. В выходные в Самаре завершат работу сезонные сельскохозяйственные ярмарки. 1 ноября станет последним рабочим днем для торговли под открытым небом. Этой осенью ярмарки работали в 6 районах города. Продолжительность жизни в Самарской области выросла на 1,5 года. Пенсионеры составляют почти половину от общего числа жителей губернии. По Приволжскому федеральному округу этот показатель не превышает 24%. Преступление и раскаяние. По статистике, каждый второй осужденный после освобождения вновь возвращается в места не столь отдаленные. Но иным удается разорвать порочный круг. Герой нашего следующего сюжета, несмотря на тяжкую статью, убийство и солидный срок, проведенный за решеткой, смог не только сохранить семью, но и найти себя заново. Есть ли жизнь после тюрьмы? Ответ искала Марианна Мирная. История у героя этого сюжета драматичная, но банальная. 10 лет назад Александра Ильина посадили за убийство. Сам Александр называет его трагической случайностью. Защищал родного брата от пьяного соседа. В колонии вспоминает, конечно, был не сахар, но зато было время подумать и понять, ради чего стоит жить на свободе. Самое главное – любовь. Вот, как вот, может быть, там и заезжено вроде все там, да, любовь. Но самое главное – любовь. То есть, если... Есть любовь в сердце, если я люблю своих там близких, да, там, конечно, я говорю, многое сразу тормозит, и от, ну, от многого сразу. Глядя на эту семью, и не скажешь, что еще прошлой осенью Александр был в местах не столь отдаленных. Теперь у него теплый, уютный дом, красавица жена и двое сыновей. Старший Илья с радостью помогает маме на кухне, пока папа убаюкивает новорожденного Мишу. Елена – редкая женщина, 10 лет ждала любимого. Они поженились в 2007-м, тогда Александр отсидел меньше половины срока. И у нее не было ни белого платья, ни свадебного путешествия. Но Лена об этом не жалеет. Есть такие люди, которые...
Да ты с ума сошла, да ты что, а вдруг что, а ты же не знаешь, как что дальше будет. Ну, стараешься как-то не прислушиваться, то есть слушаешь себя, если ты человека любишь, доверяешь, то есть то ждешь. Сейчас Александр Ильин ремонтирует дом, работает в местном такси и прислуживает в церкви. Говорит, на путь истины его наставила именно вера. После освобождения мужчина пришел к настоятелю прихода, исповедался и остался. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Избавит бед. Просто я увидел в Александре, в его глазах, веру. А это не так часто встретишь. Планов на будущее у Александра предостаточно. Все-таки двух мальчишек нужно на ноги ставить. И хотя от тюрьмы и от Сумы не зарекаются, за решетку, уверен, больше не попадет. Слишком дорого ему обошлось то счастье, которое теперь в его руках. Марианна Мирная, Артем Сулайманов. События. Болезнь убийца. Врачи напоминают, в мире ежегодно происходит до 6 миллионов инсультов. В России почти 450 тысяч. Только представьте, каждые полторы минуты в нашей стране случается один инсульт. Заболевание уносит миллионы жизней и миллионы оставляет инвалидами. Всемирный день борьбы с инсультом прошел сегодня в областной больнице имени Середавина. Инесса Панченко знает, как диагностировать недуг у близких. Рука у Натальи Волковой отнялась рано утром. «Отлежала», — подумала женщина. Ей в голову не пришло, что это инсульт. Когда растирания не помогли, муж все-таки вызвал скорую. «Приехали, а я из машины не могу выйти. У меня под руки врачи и медсестры тащат, а я прямо упала. В общем, вся левая сторона отнялась». Инсульт – это нарушение кровообращения в головном мозге. Оно происходит от закупорки или разрыва сосудов. Недостаток кислорода и глюкозы приводит к смерти клеток мозга и нарушению двигательных функций речи или памяти. Инсульт случается мгновенно, поэтому часто и пострадавшие его окружение теряются, тогда как действовать нужно быстро. Есть такое понятие – терапевтическое окно или терапевтический час. А это время составляет 4,5 часа. То есть при определенной форме инсульта, это ишемический инсульт, и при наличии показаний, в эти 4,5 часа больному можно радикально помочь. Можно ввести препарат, который растворяет тромб. Главная задача мероприятия этого дня – объяснить людям, как диагностировать болезнь у близких. Улыбнись, помаши, поговори. Если человек не может выполнить одного из этих действий, нужно обращаться к врачам. Запомнить несложно. Человека с подозрением на инсульт нужно первое – попросить улыбнуться, второе – заговорить, и третье – поднять вверх обе руки. Если мозговое кровообращение нарушено, он не сможет этого сделать. И, возможно, в критической ситуации вы вспомните эти простые движения и вовремя наберете 0,3. Тогда шансов на спасение у человека будет гораздо больше. Практически каждый из нас находится в группе риска. Инсульт провоцирует повышенное артериальное давление, неправильное питание, курение, стресс, сахарный диабет, лишний вес. Риск возникновения инсульта снижает своевременная диагностика. Инесса Панченко, Дмитрий Мешканцов, «События». Жемчужина Жигулей. Так называют село Ширяево многочисленные туристы, что полюбили этот уголок Самарской Луки из-за его уникальную историю и за живописную природу. Но нет предела совершенству. К следующему лету обещает руководство национального парка Ширяево преобразиться. Валерия Макарова отправилась за Волгу, чтобы узнать, чем будут поражать гостей. Смотришь с берегов села Ширяево и кажется, вот-вот на горизонте и вправду появятся челны Стеньки Разина. Как не влюбиться в эти места, улыбается Рамиль Хасанов, инспектор национального парка «Самарская Лука» на службе полгода. Уже и леса тушил и встречал сотни гостей Ширяева. С города приезжают, они, да, удивляются. Говорят, мы вот просто, живем, говорит, здесь, в России, мы таких, говорит, красот не видели. Насладиться видами в Ширяево туристы приезжают чуть ли не со всей страны. Теперь здесь восстановлен старинный дом промышленника Ванюшина. Будут проводить выставки и творческие встречи. Еще год назад это были руины. А перед зданием появилась русская ладья. Как и положено, о борт разбили бутылку шампанского. На удачу.
Ладья сделана из сосны. Это традиционный корабельный материал. На парусах красное солнышко, а на борту добрые молодцы. Они же и строители судна. Схема у всех этих деревянных лодок, в принципе, одна. Это киль, шпангоут и, в общем, обшивка. Вот банки, румпель. Это все древнее. Рядом с ладьей на фестивальной поляне еще много свободного места. Здесь хотят воссоздать облик дореволюционного села. Построят мельницу, колодец с колесом и русскую печь. Помимо печки и мельницы будут стоять застава пушечная, которая будет располагаться рядом с ладьей. Вот на заднем плане ладья, там же будет застава. Еще один символ Ширяева – местные штольни. Они – дело рук человеческих, уходят вглубь на десятки метров. 100 лет назад здесь добывали известняк, а сегодня туристы отправляются в штольни за впечатлениями и фотографиями. Вот только их фонари тревожат сон летучих мышей. Это настоящий мышиный рай. Сюда на зимовку прилетает несколько десятков тысяч летучих мышей. Температура для них самая комфортная – 5-7 градусов. Вот только зимовать мешают назойливые туристы, поэтому в Ширяево для них открывают музей летучих мышей. Помещение музея еще готовится. Его полностью стилизуют под штольню. Экспонатами его наполнят к открытию в конце ноября. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Эфир программы продолжит спортивные новости. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Баскетбольный мастер-класс от Самары в 85-й школе. Студент-железнодорожник стал лучшим на московском марафоне. Третий московский марафон пробежали более 20 тысяч человек из 60 стран мира. Отличный результат на главном легкоатлетическом событии года показал и самарский студент-железнодорожник 4-го курса. Андрей Пирогов конкурировал с сильнейшими спортсменами мира и свои 42 километра пробежал впервые в жизни за 3 часа и 16 минут и вошел в число лучших. Игроки баскет-клуба «Самара» Максим Кирьянов и Дмитрий Артешин, а также детский тренер Андрей Ширкин провели урок баскетбола для учеников 6 класса 85-й школы. Максим Кирьянов когда-то здесь учился. Закончился мастер-класс раздачей пригласительных на игру «Самара» с Рязанью, автограф и фотосессией. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Смотрите телеканал «Самара ГИС» в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся!